У нас не ювелирные магазины, а супермаркет экзотических товаров. Но тем не менее, сегодня в нашем видеообзоре хочу вам показать вот такую вот чудесную вещь, которая может служить и украшением, и замечательным подарком, и в то же время очень полезной вещью, флеш-накопителем в виде вот такой вот ювелирной вот бабочки. Такая она выглядит как брошь. Имеет еще вот такую вот цепочку. Змейка, которую переламывать нельзя, потому что она сломается. Ну, в общем-то, вот длина ее приблизительно на сантиметров 70. Вот таким вот образом она может даже украшать вашу любимую девушку. Тем более, что приближаются женские праздники, 8 марта, и вот этот вот подарок будет такой, скажем, многоступенчатым. С одной стороны, это просто украшение, с другой стороны, в это украшение может поместиться до 1500 ваших любимых фотографий, что тоже, в общем-то, немаловажно. Вот карабин такой удобный, не коррозия, в общем-то, коррозиоустойчивая цепочка из медицинской стали. Вот и вот такая вот подарочная коробочка, обклеенная черным бархатом. Ну, в общем-то, подарок такой удобный, презентабельный и, главное, полезный. Вот. Кому понравилось, пожалуйста, заходите в наш магазин. Есть еще есть определенный выбор ювелирных флешек. Найдете что-то для себя интересное. Спасибо.